Первую кофеварку изобрел в 1800 году один французский архиепископ. А сейчас в магазинах такое количество кофеварок, что покупатель просто теряется. Наш товаровед, экономист Дмитрий Янин сейчас объяснит нам, какую же кофеварку нам выбирать. Спасибо, Дарья. Мы действительно не можем представить нашу жизнь без этого напитка. Мы выпиваем кофе дома за завтраком, в течение дня на работе и часто вечером в кафе. Какая кофеварка доступна, какая кофеварка оптимальна, мы поговорим сейчас с нашими экспертами. Мы должны понять, какая кофеварка оптимальна по цене, по своим характеристикам. Я приглашаю нашего эксперта по кофеваркам Павел Кулакинский. Большой популярностью в последнее время стали пользоваться капсульные кофеварки. Принцип действия прост. Берете капсулу, заряжаете, и одна порция кофе готова. Минус кроется в дорогих капсулах, да и сама кофеварка стоит намного дороже всех остальных типов. Более бюджетный вариант – рожковая. Эта кофеварка готовит кофе из молотых зерен под высоким давлением пара. Чем выше мощность давления, тем быстрее приготовится кофе и тем более ароматным он будет. Кстати, приготовление кофе в такой машине займет не более 2 минут. Начнем с первой кофеварки. Какая это у нас кофеварка? Это кофеварка рожкового типа. Мощность данной кофеварки составляет около 1 киловатта, что обусловлено нагревательным элементом, который нагревает воду. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить приготовление кофе для семьи из 3 человек на завтрак вот этим способом? Смотрите, то есть в среднем кофе у нас стоит, и мы можем приобрести в магазине за пачку 250 грамм в стоимость рублей 250. Соответственно, себестоимость одной чашки у нас будет 10 рублей. То есть на чашку кофе необходимо 10 грамм. Соответственно, пачка, которую вы покупаете в магазине 250-граммовая, это 25 чашек кофе. То есть на семью из 3 человек на неделю одной пачки вполне достаточно. И это где-то 400 рублей, и это довольно дешево. Хорошо, скажите, пожалуйста, а что еще умеет делать эта кофеварка? Кофеварка может нам взбить молоко в пену. И, соответственно, взбитое молоко в пену может использоваться для приготовления напитка капучино или латте. Хорошо, получается таким образом, что эта кофеварка, ну, достаточно всем хорошо знакома, она, наверное, дешевая и в эксплуатации, и достаточно проста в управлении. Теперь давайте перейдем ко второй кофеварке. Кофеварка капсульная, готовит из капсул. В капсулах уже запрессован молотый кофе, определенный помол подобран, и, соответственно, капсула готова уже полностью для приготовления кофе. Обычно производители считают, что на капсулу будет зарабатывать, и, соответственно, капсула другая может не подойти к одной или другой. То есть я должна обязательно покупать эти капсулы? Да. У меня как раз вот такая вот кофеварка, и могу сказать, что это безумно вкусно. Постоянно зависишь от этих штучек. Я согласна. И когда они заканчиваются, седоков. Нужно заказывать еще в каком-то месте. Мне кажется, лучше турочки нет ничего. Павел, скажи, а сколько будет стоить такое утреннее кофепитие семьи из 3 человек? Капсула на рынке у нас от 25 до 35 рублей. Ага. И, то есть это 100 принципе, рублей? 100 рублей семья из 3 человек. Это утренний бюджет на кофе. Это получается, что если это 100 рублей в день, умножаем на 365 дней, получается, что цена вот этого утреннего завтрака больше 35 тысяч рублей в год для семьи из 3 человек. Дороговато получается. Экономически целесообразно использовать классическую рожковую кофеварку, которая по цене значительно доступнее. Стоит она в районе 6 тысяч рублей. Эта кофеварка стоит более 12 тысяч рублей. И цена самого кофе здесь в 3 раза дешевле, чем в этих капсулах. Я хочу попросить гостей протестировать этот кофе и взять и попробовать самим и выбрать тот продукт, который вам понравится. Пожалуйста, эксперты. Вы должны попробовать один стаканчик здесь и один стаканчик здесь. И если вам кофе понравился, вы кладете стаканчик пустой уже в эту чашечку. Если кофе не понравился, оставляйте ее на месте. Результаты голосования экспертов сейчас уже ясны, но давайте оставим эту тайну в конце. Ну, а давайте теперь мы спросим зал. С учетом того, что вы только что сейчас услышали, какая кофеварка вам больше понравилась? У вас есть пульты, давайте проголосуем. Нажимаем на кнопочки. Первая кнопка – это у нас рожковая кофеварка, а вторая кнопка – это у нас капсульная кофеварка. Ну так и что же мы сейчас услышим? Победила у нас рожковая кофеварка.
Дмитрий, а что вы нам скажете по поводу дегустации? Эксперты проголосовали как зал. Победила кофе, приготовленное в рожковой кофеварке. Ну, дорогие мои, если вы хотите пить вкусный, хороший кофе и не связываться с капсулами, покупайте себе рожковые кофеварки. Но не экономьте на качестве кофе и живите дешево и сердито.